посетил медучреждение, чтобы оценить уже обустроенную комнату, депутат Московской областной думы Владимир Шапкин совместно с активистами «Молодой гвардии Единой России». Ежедневно множество маленьких жителей городского округа Щелково посещают больницы. Важно, чтобы ребенок, приходя к врачу, не боялся и по возможности чувствовал себя комфортно и безопасно. Специальные детские пространства создаются именно с этой целью. В таких комнатах юный пациент может отвлечься от неприятных для него медицинских процедур, поиграть, посмотреть мультфильм или почитать книгу. На данный момент в городском округе Щелково это уже вторая добрая комната. По словам депутата Владимира Шапкина, игровые зоны в поликлиниках округа планируется продолжать открывать и в будущем. Родителям, особенно детям, нравится. Конечно, поликлиника – это не то место, где дети с удовольствием идут, поскольку там все-таки серьезные вещи, уколы, прививки и так далее. Ну вот время препровождения здесь детей привлекает. И мы в текущем режиме, особенно «Молодая гвардия Единой России» сопровождает этот проект, пополняем комнаты. И сегодня тоже вот пополнили художественными детскими книгами.